День здоровья пройдет под девизом «Профилактика сахарного диабета». Его традиционно проведут специалисты Центра медпрофилактики и лечебных учреждений Анапы. Без талонов и очередей сельские жители смогут побывать на приеме у невролога, эндокринолога, хирурга, лор-врача, офтальмолога, кардиолога. Сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать ЭКГ и пройти другие диагностические исследования. Всех желающих будут принимать с 9 до 13 часов в амбулатории номер 1. И в эту же субботу пройдет День здоровья для детей в амбулатории села Сопсех. Его проведут врачи детской городской больницы.